Ребят, всем привет! Сегодня у нас на ремонте Dell Latitude 7250. Он не реагирует на блок питания вообще. Давайте сейчас его разберем, посмотрим, в чем проблема. Ну что, ребят, для того, чтобы приступить к разборке, нам надо извлечь аккумуляторную батарею. Значит, вот здесь вот такой ползунок, мы его сдвигаем, и батарейка у нас вытаскивается. Значит, тут мы видим винтики под аккумуляторной батареей. Значит, винтики, которые держат вот эту вот крышку, значит, это все нужно будет раскрутить. Сначала откручиваю винтики, которые держат вот эту вот крышку заднюю. Для того, чтобы снять эту крышку, нам надо ее сдвинуть в сторону аккумуляторной батареи. Вот таким образом. Значит, я сейчас подключу блок питания, померяем напряжение вот на этом разъеме. Значит, подключаю адаптер, меряю на первой, на третьей ножке. 19 вольт есть. Значит, питание на материнскую плату подается. Разбираемся дальше. Ну что, ребят, не успел я разобрать полностью еще этот ноутбук. Значит, обратил внимание на то, что вот здесь вот около оперативной памяти, вот в этой части, идет сильный нагрев. Буквально пару минут блок питания воткнут в этот ноутбук, 19 вольт подается, и вот здесь очень сильно нагревается. Сейчас разберем, посмотрим, что здесь находится. Скорее всего, какой-то питальник, потому что тут дроссель стоит. А какой питальник, сейчас уже будем смотреть. Значит так, ребята, теперь надо снять рамочку клавиатуры. Значит, поддеваем каким-то инструментом, приподнимаем ее. Вот, и она начинает потихоньку из-за щелок выходить. Вот таким образом. Так, вот рамочку сняли. Дальше. Значит, здесь есть три винтика, которые держат клавиатуру. Выкрутили. Так, откручиваем еще два винтика. Вот один винтик и вот второй. Так, переворачиваем аппаратик. Значит, вот здесь у нас есть разъем под клавиатуру. Отщелкиваем его, вытаскиваем. Обратно переворачиваем. Теперь можно вытаскивать клавиатуру. Здесь есть защелки, аккуратненько поддеваем каким-нибудь инструментом.
Значит, вот здесь такой интересный крепеж есть посередине. Очень похож на стопорные шайбы. Так, все. Клавиатуру мы сняли. Так, дальше. Дальше мы добрались до винтиков. Откручиваем винтики здесь. Отключаем вот этот вот разъемчик. Так, ну что, ребят, теперь можно потихоньку расслаивать корпус. Так, ну вот с лопаткой получше. Так. Так, ну что, почти открыли. Давайте теперь заглянем, как дальше его открывать. Так, ну что, ребята, вот, пожалуйста, крышка снята верхняя. Итак, у нас грелась вот с этой стороны. Ну, вон, я уже вижу проблему. У нас тут горит конденсатор один, вот он. Значит, вот здесь стоит, три кондерщика стоят. Один из них ушел, скорее всего, в короткое и подгорел. Вот посерединке, вот он. Давайте сейчас возьмем прибор, попробуем его прозвонить. Так. Ну вот, пожалуйста, короткая. Ну что, ребята, значит, смотрите, так как не было никаких опознавательных знаков на материнской плате, мне пришлось долго выискивать этот конденсатор на схеме, чтобы узнать, какой емкости он и какого вольтажа. Но наконец-то я его нашел. Значит, вот это у нас контроллер заряда батарейки. Значит, а вот это у нас пачка этих конденсаторов. Значит, на схеме, вернее, на плате их установлено 3 штучки, на схеме у нас 4. С завода один не стоял. Значит, 0,1 микрофарад, вот этот кондерчик стоит. Значит, здесь должно еще быть 3 штучки по 10 микрофарад, но стояло всего 2, и один у нас сгорел. Итог, один конденсатор, остался 10 микрофарад. Значит, тут у нас 10 микрофарад, 25 вольт. Вот такой кондерчик будем ставить. Кондерчик я снял, он настолько приварился к плате, что я его еле отсюда снял. Значит, вот он. И еще одна проблемка. Значит, вот эта площадочка, там, где он был припаян, значит, она отгорела. Но он стоит параллельно вот этому конденсатору. То есть мы рядышком припаяем к этому конденсатору второй кондерчик. И, в принципе, можно будет проверять. Давайте сейчас возьмем приборчик и убедимся, что у нас здесь уже нет короткого. Так, меряем. Так, 194 Ом.
Какой-то диод звонился. Ну что, короткого нету. Все, можно искать аналогичный кондерчик, ставить и включать. Значит так, ребята, вот наш кондерчик. Мы его вот так вот сюда, вот так вот близенько друг к другу, вот так вот поставим. И вместе их спаяем. Ну что, ребят, припаяли, все готово. Можно сейчас немножко здесь почистить и можно проверять. Ребята, давайте сделаем ему первое включение. Посмотрим, как он отреагирует. Так, значит, я приготовил сразу приборчик. Будем мерить напряжение на конденсаторах на этих. Так, давайте подключаем адаптер. Сразу подключаю тестер и подаю напряжение. Светодиодик моргнул, 13 вольт у нас появилось на кондерах. Отлично. Так, теперь проверяю, чтобы ничего не грелось. Ну, все холодное. Ну что, ребята, давайте теперь включим кнопку питания, нажмем. Ну что, ребят, аппарат у нас стартанул, смотрите. Инициализация прошла. Жесткого диска он не обнаружил, конечно, SSD-шка, вернее, SSD-шка в коробочке лежит. Ну что, ребят, в принципе, на этом ремонт окончен. Приступаем к сборке аппаратика. Так, подаем напряжение. Индикация вот у нас засветилась. То, что аккумулятор заряжается. Ну что, ребята, давайте запустим еще раз машинку. Так, аппаратик стартанул. Так, система запустилась. Так, иди отсюда, не мешай нам.
Ну что, аккумулятор заряжается. Ремонт аппарата закончен. В принципе, на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписываемся на канал. Всем пока. До новых встреч.